Девчонки, прикол такой, смотрите, кого Захарик нашел в сугробе. В общем, это собачка, ну, игрушка, собачка игрушечная на таком вот поводке. И Персик в таком шоке сейчас. Он думает, что это настоящая собака. Рычит, потявкивает на нее, обходит стороной. Персенька, что такое, зайка? Собачка к нам пришла в гости, да? Говорит, что лежала в сугробе вот эта игрушка. Я ему говорю, надо бы ее отнести обратно. Мало ли, может быть, кто-то потерял из деток. Персюша, что такое? Ты знакомишься с собачкой? Что такое, Персик? Да, да, маму защищает. Защищает маму, Персик. Молодец. Вот такой вот у нас гость сегодня. Он в сугробе лежал, его было видно. В сугробе лежал, его было видно? Весь он мокрый, боже ты мои. У него была голова видна, поводок был виден, ага. И еще тело у него было видно. Да. И мне кажется, вряд ли то, что его потеряли, потому что его бы сразу же нашли. Угу. И ты решил... Мне кажется, то, что он его просто вынесли. Да, и ты решил, что он нам крайне необходим, да, этот пес? Да. Ширинка расстегнута, весь мокрый, красный. Я хочу его, чтобы мама его помыла и оставили себе. А если вдруг кто-то это потерял из деток? Я спрашиваю. И они очень, очень сильно расстроятся, будут переживать. Сынулик, ты не думал об этом? Что кто-то из деток кинется, а собачки нет? Мам, ее бы так не оставили, потому что она уже может там, не знаю... Ну, кстати, в общем, ты решил, что она никому не нужна, эта собачка, да? Потому что, ну, там у нее все было видно. Угу. Все ходят на площадки из школы, и все всегда видят. Ну, всегда проход такой, и всегда видно эту площадку, и там издалека видно ее. Ну, понятно, все понятно с тобой. Девчуля забрала свои заказы с сайта ВБ. Сейчас с вами хочу открыть, посмотрим, что же мне тут пришло. Так, кошечка, у меня тут пришла кошечка. Такая огромная киса. Огромная такая рыжая киса. Все, иди. Так, в общем, вот такой пакетик. Я, конечно же, знаю, что здесь. Заказала себе еще один браслетик. Единственное, я не помню, девчонки, с какого камня заказала. Ну, потом посмотрю у себя в корзине, ну, в заказах. И, может быть, подпишу вам. В таком вот чехольчике все в красном. Бархатный чехольчик. Так. Здесь у нас, значит, резиночка запасная. И вот такой вот браслетик. Но уже вижу, что он очень маленький. Похоже, я с размером немножко прогадала. Совсем маленький. Он такой тяжеленький, чувствуется, что камень натуральный, красивый, но маловат. Наверное, не буду даже я его... Нет, буду. Буду. Вот так вот смотрится. В принципе, неплохо, но хотелось бы немножко посвободней. Милашке, наверное, отдам. И еще одна посылочка. Тут у меня, девчонки, пришли патчи. Гидрогелевые патчи корейские. Сейчас посмотрим, все ли хорошо дошло. Упаковано все хорошо. Блин, было мне ножницы взять. Стою все, деру здесь. Уже заказываю третью упаковку такую. Это патчи с черной икрой. Классные патчики, мне очень нравятся. Хорошо снимают утренний отек. И хорошо разглаживают кожу под глазками. Обалденный вот этот патчи. Petit Free, по-моему, или Petit Free, что-то такое, если правильно произношу. В комплекте с патчами идет вот такая ложечка, чтобы доставать патчики. И вот такая вот баночка. И сами патчики черного цвета. Жидкости очень много, что очень даже хорошо. Девчули, у нас уже следующий день. Как обычно у Иры влоги растягиваются. Черт знает насколько. Так, я завтракаю. Яичница. Ничего нового, яичница. Блин, забыла нож взять. Секундочку.
Я вернулась. Палочки свои любимые взяла. Вместо хлебушка. Вместо хлеба палочки. Вместо сахара заменитель сахара. Что за жизнь, блин, такая? Везде себя ограничиваешь. Ну вот так вот. Не будешь ограничивать от каждой крошки. Раздувать будет тебя. Да, у меня вот есть такое. Лишнюю крошечку скушаю, меня начинает раздувать во все стороны. Как я завидую тем людям, которые могут лопать сколько хотят, что хотят и не поправляются. Проводила всех своих деточек. Ушли они у меня в школу. Захарик уже такой вымотанный. Середина недели, все. Он уже с ума сходит, хочет отдыхать. Желточек. На этих выходных в субботу еду на ногти, наконец-то. Посмотрите на это безобразие, просто трындец какой-то. Еще даже полных 3 недели не прошло, у меня вот такой кошмар на руках. Так быстро ногти растут. Поеду в субботу на маникюр, сделаю новые красивые ногтики. Не знаю пока, чего я хочу. Яркого или спокойного. Ближе к субботе, думаю, определюсь. Вот. И еще в субботу приедет моя доченька старшая к нам в гости. Что-то я уже соскучилась по ней. 2 недели ее не видела. 2 или 3. Может быть, даже и 3. Долго. Живем вроде в одном городе, но видимся редко. Теперь уже редко. После того, как она от нас съехала, переехала, все, видимся редко. Она постоянно пропадает на работе. Свои дела, заботы. Но это и понятно. Молодая девчонка. Хочется и погулять. Плюс у нее работа сейчас такая, что она оттуда не вылазит. Знаете, что у меня еще здесь стоит? Я вот не знаю, стоит или не стоит. Сейчас покажу. Скумбрия холодного копчения. Прям вообще, как я ее люблю. Съем один кусочек. Конечно, совсем не подходит, наверное, такая еда для завтрака, скумбрия. Но если сильно хочется, почему бы и нет. Сейчас покушаю, девчонки, пробегусь по дому, свои делишки закончу. И хочу сегодня еще отснять видео с моим массажем лица. Массаж лица я делаю каждый день обязательно. При умывании утром и вечером это прям как отче наш, обязательная такая процедура для меня. Легкий разгоняющий лимфу массаж — это прям обязательное условие, потому что я, девчонки, очень часто отекаю. Ну вот как-то так бывает, что я отекаю, отекают у меня глазки, и поэтому лимфу разгонять обязательно нужно. Но вот со скребком гуаша я делаю массаж не каждый день, я делаю его 3-4 раза в неделю. Прям такой хороший, усиленный массаж скребочком. И вот хочу заснять видео, как делаю я, показать. Хотя таких видео на просторах интернета очень много. Ну вот, захотелось мне сделать такое видео. Ой, девчули, столько дел переделала, ну, впрочем, как и всегда. В общем, пришли у меня уже детки со школы, варю Миланушки и варенички. Так, ковырялась сейчас в холодильнике, наводила там порядки, протирала все. И обнаружила, посмотрите-ка, что я нашла. Это перчики, острые перцы халапеньо. Я покупала их еще в субботу к шашлыкам. Они стояли все это время в холодильнике. Что у нас сегодня? Какой день недели? Среда. Столько времени простояли. Я
убрала их подальше. За кастрюли, в общем, забыла про них. И вот они стояли, ждали своего часа. Сейчас с удовольствием полопаю вот такие вот перчики. Очень острые и очень-очень вкусные. Я люблю такие перчики. О, ну это, конечно, не каждому понравится. Не всем зайдет. Мне заходит с удовольствием. Очень даже на ура заходит. Я вообще люблю острое. Ой, капец. Здесь как-то через один. Один вроде бы нормальный. Острый, конечно, но не в меру. А один попадается прям вообще. Жесть. Вырви глаз. О. Но все равно очень вкусные. И когда раскусываешь, они во рту как бы, знаете, как будто бы взрываются, стреляют. У меня сейчас вкусы немножко извращенные. Бывает такое у женщин. В определенные дни вкусы очень меняются, становятся такие немножко извращенные. Очень хочется сочетать несочетаемое. В моем случае перцы с кофе. Девчули, мы вышли с доченькой на прогулку. Хотим сходить немножко прогуляться и снять закат. Сейчас как раз солнышко будет садиться, такая красота будет. Так что идем. Потом еще в магазин зайдем. Дотечка моя идет. Немножечко продышимся. Я сегодня на самом деле еще днем собиралась пойти прогуляться, но так и не дошло до этого дела, потому что то одно, то другое. Ну, как обычно у меня. А, да, классно. Сейчас попробую показать. Посмотрите, какое небо. Ну, наверное, сейчас не так хорошо будет видно, но небо очень красивое. Ну так вот, собиралась я еще днем пойти погулять, но так и не дошло дело. То белье гладила, а потом пылесосить начала. В общем, такая суета целый день. И вот сейчас вечером мы с доченькой решили все-таки выйти. Блин, вот как бы показать. Камера не передает. Ну ладно, сейчас мы дойдем до места, и там я вам уже покажу. Все, идем по деревне. Дорога, конечно, вообще жесть. Толком ничего не чищено, так тяжело идти. А дойти нам надо вот до туда. Вот видите, впереди деревья виднеются, лес. Там сначала будет поле, а потом лес. Но мы, наверное, до самого... Ой, блин, чуть не шлепнулась. Мы, наверное, с тобой, дочь, до самого леса-то не пойдем, да? В лес не попремся на ночь, глядя. То утащит нас какой-нибудь волк. Сейчас до поля дойдем. Немножко в поле поснимаем закат. И пойдем обратно. Чтобы на фотоаппарате фоткать. Да, ну, фотоаппарат там легко, если нажимают на эти вот всякие. Доченька у меня заинтересовалась фотографией. Ну, у нее есть такая тяга и есть у нее такой талант. Она, в общем, она видит необычное в обычном. Скажем так. Любит очень фотографировать. И в последнее время задумываемся о том, чтобы фотоаппарат ей прикупить. И вот спрашивает, ну, трудно ли научиться фотографировать. Нет, дочь, я думаю, что не очень трудно в фотоаппарате. Все, наверное, предельно, скорее всего, просто. Но это не точно. Короче, капец, шли мы, шли и поняли, что там, где раньше мы проходили в поле, там сейчас уже не пройдешь. После снегов там все завалило и не пройти. Сейчас попробуем в другом месте. Может быть, там можно будет пройти. Раз уж настроились выйти в поле и заснять закат. Будем искать сейчас. Козьими тропами пойдем. Какой красивый у кого-то дом. И вот такой вот забор мне очень нравится. Красотень прям. Ну, не знаю, хочу я такой или не хочу, но мне очень нравятся вот такие заборы. Классный дом. Очень-очень. На какой-то вот мы улице. Что за улица, дочь, не знаешь? Это последняя улица в нашей деревне, я так понимаю. Как называется, даже не знаю.
И мы на этой улице первый раз. Сколько живем здесь? 2 года в этой деревне. Первый раз на этой улице. Улица Полевая. А мы хотели вон туда, к солнышку. Не можем мы найти здесь выход в поле. Везде все завалено. В общем, не знаю. Посмотрим сейчас. Ну, если не получится, значит, сейчас выйдем на дорогу. Мы все идем с Милахой, очкуем, что, не дай бог, сейчас собака выбежит. Откуда-нибудь какая-нибудь страшная. Все возможно. Это все... Ой, мама! Боже мой! Это все-таки деревня. Собак здесь полно. Господи, не дай бог. Сожрет нас псина какая-нибудь. Пошли, доча, быстренько. Ой-ой-ой. Искатели приключений. Ой, красивое такое небушко. Очень-очень красивое. Просто потрясное. Хоть отсюда поснимать немножко его. Все, нашли мы выход. Сейчас выйдем на дорогу. И пойдем уже до дому. Ходим, бродим. Люди на нас смотрят. Как не знаю на кого. С камерами, с телефонами. Все снимаем. И люди на нас поэтому смотрят не очень-то. Так. Опять собака. Блин, надо, короче, отсюда ноги делать, да, дочь? Ой-ой-ой. Нас постигла сегодня неудача. Не очень мы так погуляли. Везде собаки. Много снега, нигде не пролезть, не пройти. Решили, что завтра пойдем в другую сторону. И, может быть, там нам удастся что-нибудь интересненькое заснять. Ну, а я, ребят, на сегодня хочу с вами уже попрощаться. Увидимся с вами обязательно в следующем видео. Берегите себя. Всем добра. И пока-пока.